что мы имеем? Мы имеем вот такую копилку. Вот такую копилку собирали мы ее ровно год. В нее шли монеты номиналом рубль и 2 рубля. И сейчас мы ее взвесим и далее вскроем и посмотрим, сколько же нам удалось насобирать за целый год. Открыли. И сейчас будем раскладывать рублик к рублику, 2 к 2, и посмотрим итоговое количество столбиков. Поехали. Итого у нас сколько жена получилась в рублях? 1640 рублей, 1650, если считать еще всякую погрешность, которая была за ровно год работы. Вот такие результаты нашей скромной семьи.